50 искусственных гнездовий в рамках благотворительной акции установили на территории парковки выставочного комплекса «Атакент». Малые и большие синичники, советники разместили на деревьях. По словам организаторов, это создаст благоприятные условия для обитания птиц и сохранения их популяции, а также улучшит экологическую ситуацию в парковой зоне. С недавних пор прошла посадка деревьев на территории парка «Атакент». Вот. И данное мероприятие, оно будет способствовать сохранению этих деревьев и благоприятному их произрастанию, так как птицы, они в основном мелкие птицы, синицы, майны, они в основном питаются видами насекомых, которые могут теоретически вредить, некоторые виды насекомых вредить этим деревьям посаженным.